ностальгических нот, на волне позабытых мелодий. Вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. На дорогах трехцветных огней позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым. Доброго вечера, дорогие радиослушатели и зрители. В студии Аркадий Фрумин и Андрей Левашов. И сегодня у нас такая большая двухчасовая, как это заведено у нас, программа, в которой мы будем рассказывать про новинки, будем разговаривать, общаться. Андрей. Да, добрый вечер, Аркадий Александрович. Спасибо. Уважаемые граждане и гражданочки, в очередной раз рад вас всех видеть, слышать, в общем-то, каким-то образом ощущать по ту сторону ваших компьютеров и звука, видео воспроизводящих устройств. Ну, что хочется сказать, прошло ровно две неделечки с момента нашего, так сказать, с Аркадием дебюта, вот работы по такой новой для кого-то схемы программы «Ночное такси». Получили мы отклик, не скажу, что сеть забурлила, но, в общем-то, были кое-какие позитивные отзывы, чему я безмерно рад. Значит, дело нужное, значит, вы считаете точно так же, как мы, уважаемые граждане и гражданочки. Значит, будем продолжать работать с этой музыкой, которая в народе душевно шансоном по-русски зовется. Вот. Вот, все правильно сказано. Сегодня мы начинаем с нашего свежеизданного альбома Евгения Любимцева, нашего давнейшего друга, человека, который, на мой взгляд, исполняет достаточно классическую, можно сказать, во многих вещах, начиная от того, в каком виде он выступает. А, дорогие друзья, вы можете посмотреть записи, как это сказать, песен, концертов Евгения Любимцева у нас на канале. Он неоднократно приезжал нам на разные съемки. Вы должны знать вообще это имя в общем и целом. И сегодня у нас альбом «В кейптаунском порту». Ого. Этого свежего года. Да, здесь есть даже заглавная песня. Я думаю, мы можем даже с нее начать, чтобы наши слушатели и зрители обязательно тоже прониклись атмосферой творчества Евгения Любимцева. И я прям сразу сходу ставлю эту композицию, заглавную «В кейптаунском порту», и сразу же продолжим. Па-па-ра-па-па-бам! В кейптаунском порту, с пробоиной во рту, Джанетта поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулятся, врываясь в улицы, и крыши новые ласкает бриз. Идут они туда, где можно без труда сказать себе и женщин, и вина. А вскоре в этот порт ворвался теплоход в сиянии своих прожекторов. И свой покинул борт, сошли гурьбою в порт 14 французских моряков. У них походочка, как море лодочка, а на пути у них таверна Кэт. Они пришли туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. Зайдя в тот ресторан, увидев англичан,
французы стали все разозлены. И кортики достав, забыв морской устав, они дрались, как дети сатаны. Но спор Кейптау не решает Браунинг, и англичане начали стрелять. Война пришла туда, где можно без труда найти себе и женщин, и вина. Когда пришла заря в далекие края, отправился французский теплоход. И больше не зайдут на каменный редут 14 французских морячков. Не быть им в плавании, не видеть гавани, и клёши новые залила кровь. Им не ходить туда, где можно без труда сказать себе и женщин, и вина. Да, дорогие друзья, именно так, ничего с вами не случится в дороге, если с вами ночное такси. В студии Аркадий Фрумин и Андрей Левашов, и сегодня мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, как я уже говорил ранее, с Евгения Любимцева, и, кстати, это его юбилейный 10-й по счету диск. Представляешь? Молодчина. Вот. Молодчина Евгений Любимцев. Молодчина. Я знаю этого человека достаточно давно. Не скажу, что мы вот прямо общаемся вне каких-то концертов, вне того времени, когда он приезжает сюда из Калининграда, где изволит проживать этот человек, источник. В области Калининграда. Калининградская область, да? Да. Я сейчас могу даже поточнее сказать. Сейчас. Заселье... Мне не произнести. Полесского, района Калининграда области. Калининградская область. Ну, в общем, Калининград. Не знаю что, морской ли воздух, воздух ли, так сказать, загородный, но, наверное, вода там какая-нибудь ключевая, целебная. Может быть, какие-то растения, животные, но вот что-то дает ему вот этот вот энерджайзер, да, возможность творить. Я на самом деле, мне кажется, что вот Евгений, у него есть какая-то, знаешь, такая... Какое-то средство такое, знаешь, после которого он так зажигает на сцене и поет такие прекрасные песни. И я должен отметить, что аранжировку, запись и сведение вокала Евгений делает сам в своей домашней студии. И что очень похвально, потому что это большой труд, который занимает много времени, сил и требует определенных навыков. Так что между Евгений прочим... не просто хороший поэт, артист, певец, но еще и инженер. Талантливый человек, вот он талантлив во всем. Дело в том, что Женя Любимцев, он еще и классный фотограф. Ну, как сказать, он, я так понимаю, не являет собой вот его вот это вот фотографирование источник средств к существованию, хотя кто его знает, чем он там занимается. Может, в Калининградской области там у себя там свадьбы, корпоративы какие-то. Да нет, ну это шутка, конечно, причем хорошая шутка, уважаемые граждане и гражданочки. Я к этому человеку по-другому не могу относиться, потому что он дает возможность другим, послушав его творчество, как-то наполняться вот той энергией, да, которую он отдает в своих песнях, в тех песнях, которые слышаны, переслышаны многими неисчислимое количество раз. Но вот то, что он внештатный фотограф,
скажем так, студии «Ночное такси». Это абсолютно справедливо, потому что... Ну, на съемках, на которых он присутствует. Естественно, да, Евгений к нам не приезжает просто так пофотографировать. Ну, он вот этими своими фотографиями на тех съемках, где он принимает участие, в которых принимает участие, делится со всеми и каждым, кто захочет. Съемки, получаются вот эти вот снимки, да, у него очень хорошие. Вот, ну и я также знаю, мне Александр Фрумин рассказывал про Евгения Любимцева, что он еще и прекрасный садовод, то есть у него там растут, да, какие-то... Да, вот только хотел сказать. Невиданные растения. Ферма, по-моему, или что-то такое. Ну, что-то такое, не знаю, не будем без его согласия какие-то, может быть, личные тайны открывать о его жизни в Калининградской области. Но вот так, намекнем, что помимо сведения, да, помимо музицирования, помимо фотографических каких-то навыков, он еще и некоторыми другими вещами занимается, которые, может быть, даже вот именно дают ему средства к существованию. Я должен отметить, что альбом получился очень большой. Ну как большой, 16 треков. Я знаю, что у него выходили сборники песен, там их было штук 75, наверное, мы тоже их издавали. Но я думаю, что об этом как-нибудь в другой раз. И хочу отметить, что не все песни, которые есть на альбоме, принадлежат Евгению. Но я хочу начать именно с той, которая здесь первая из написанных именно Евгением. И она носит название «Чужая». И сейчас мы с вами ее, дорогие друзья, и послушаем. Остались мы в молчании октября. Ты стала мне чужой, наверное, зря. И плакала дождями вся земля. И разбросали листья тополя. Мы так любили здесь с тобой гулять и воробьев на площади считать. Но так случилось в жизни пустота, и стала одинокой красота. Чужая, чужая, и больше не моя. Чужая, чужая, не встречу я тебя. Чужая, чужая, ведь можно все вернуть. В мои глаза лишь стоит заглянуть. И вот закончен бал, и свет погас. И представление было не для нас. И разошлись у нас с тобой пути. И счастья друг без друга не найти. Чужая, чужая, и больше не моя. Чужая, чужая, не встречу я тебя. Чужая, чужая, ведь можно все вернуть. В мои глаза лишь стоит заглянуть. Thank you.
чужая, чужая. Не встречу я тебя, чужая, чужая. Ведь можно все вернуть, мои глаза лишь стоит заглянуть. Это первый час программы «Ночное такси», в студии Аркадий Фрумин и Андрей Левашов. Мы презентуем 10-й юбилейный диск Евгения Любимцева. И я не могу не прочитать сегодня, как это правильно сказать, комментарии нашего доброго и старого друга Михаила Дюкова, который отзывается очень лестно о Евгении, и я сейчас вам даже это прочитаю. Михаил Дюков называет Евгения последним настоящим апологеем уличной и одесской песни, которая очень трепетно и деликатно относится к этому материалу. Да, у него много красивых и сильных лирических вещей, но главный его козырь – «Блатняк» и юмористическая песня. Очень много юмора, на самом деле, есть в творчестве Евгения. Андрей, скажи мне, прав я или нет? Ты, как человек, который больше и лучше знает меня этот материал, дай какую-нибудь оценку или какую-нибудь характеристику. Ну, я, наверное, характеристику уже дал Евгению Любимцеву в предыдущем своем выходе в эфир. Это была песня как бы народная, или я, честно, я не помню и не знаю даже кто. В Кейптаунском порту, безусловно, песня народная. Песня народная. Авторы, наверное, уже затеряны. Данное вот произведение, которое только что прозвучало в нашей программе, вероятнее всего, все-таки имеет какое-то авторство. Нет, и я так вот подозреваю. Именно за авторством Евгения. Я это и подчеркиваю, вот оно, поэтому что? Тебя и спрашиваю, как человека, который больше в этом разбирается. Красиво, красиво. Но Миша Дюков, конечно же, покривил душою, сказав, что является последним, так сказать, хранителем, да, подобного рода музыки, фолька так называемого, Russian country, Russian шансон, там, балалайка, матрешка. Водка, медведь. Да, мы, кстати, не поприветствовали наших дорогих немчиков. Да, что теперь делать? Как теперь спать спокойно? Радио «Русский Берлин», привет огромный из Санкт-Петербурга. 97,2 МГц. Смотрите нас на YouTube. Ребята, мы про вас помним, да. Самое главное, чтобы вы не забывали русский язык, что на нем не только говорят, да, а еще и поют такие прекрасные задушевные песни. А я хочу сказать, что мы сегодня эфир построили, ну, как традиционно, как с Александром Фруминым делали это на протяжении многих лет, и подобную практику вводим с Аркадием Александровичем Фруминым. Полчаса блок от него, полчаса блок от меня. Потом меняемся местами. Опять полчаса блок от него, полчаса блок от меня. Что касается моих сегодняшних блоков, то первый, во всяком случае, будет, ну, как бы это сказать, может быть, где-то близок к тому, что мы видим и слышим от Евгения Любимцева-Аркадия Фрумина. То есть сегодня у нас второй получас будет тоже максимально приближен к первому по стилистике музыки. Мы не будем показывать очень контрастные вещи. Да, может быть, это будет все-таки, но приближено. Во всяком случае, нотам ностальгии, я вам обещаю, будет присутствовать, как она присутствует в творчестве Евгения Любимцева. Во как. Я считаю, это очень, очень хорошо, потому что наши слушатели здесь и за рубежом будут рады услышать привычные, наверное, уху обороты музыкальные. Может быть, даже некоторые, как это сказать-то, почувствуют, что, ну, что почувствуют, то и почувствуют. Может быть, даже кому-то не понравится, я не исключаю такую возможность. Сколько людей, столько и мнений. Абсолютно, всем не угодишь. Абсолютно верно. Но все, что я хотел показать, я обязательно сделаю в своих блоках сейчас про Женю Любимцева. Мне очень хочется включить песню, за авторством которой Михаил Дюков. Эта песня называется «Пять минут». И мне очень интересно, как это будет звучать. С удовольствием послушаю. Поэтому предоставляю вам
на оценку. Застучала по крышам теплым дождем из листьев и слез. Я прихожу, только ты не услышишь. Ты мне не веришь, что это всерьез. Пять минут по переулку, в тишине шаги. Мне уйти так будет трудно, мы ведь не враги. Пять минут, какое дело, ночи будто дни. Только время не излечит от твоей любви. И караван прощается с нами песней последней в этом году. И поплывет крик протяжно-печальный. Ты не гони, и я тихо уйду. Пять минут по переулку, не шаги. Мне уйти так будет трудно, мы ведь не враги. Пять минут, какое дело, ночи будто дни. Только время не излечит от твоей любви. В глаза напоследок. Даже не знаю, что должен сказать. И никуда, никуда не поеду. Просто тебя не хочу потерять. Пять минут по переулку, мне уйти так будет трудно, мы ведь не враги. Пять минут, какое дело, ночи будто дни. Только время не излечит от твоей любви. Ничего не случится в дороге.
Это программа «Ночное такси» на радио «Шансон 24», на радио «Русский Берлин», что вещает в FM-диапазоне на всю Германию, матушку, наверное, без преувеличения можно сказать, но, во всяком случае, много-много нас слышит там, по-моему, 200 тысяч русскоязычного населения в Берлине и в пригородах проживают. Разреши поправлю. Говорят, что-то в духе 300 тысяч. А, уже больше, да. Уже больше. Ну, это да, подтянулись. Что сказать-то, вот эти вот самые, которым границы открыли, вот, да, они, видимо, то, что по-русски они не говорят, это они говорят тем, кто по-русски не говорит, а между собой они по-русски говорят, а самое главное, слушают, вот, да, поэтому, ну, ребята, времена меняются, как говорится, а вечное, да, настоящее, оно остается. Я думаю, что вот вечным настоящим мы пытаемся наполнить тот эфир, ну, во всяком случае, на протяжении тех двух часов, которыми мы этот эфир, которыми мы этим эфиром злоупотребляем. Вот. Ну и не следует забывать про канал YouTube, где все, так сказать, выше и ниже изложенное можно не только послушать, а и посмотреть. Да причем в HD-качестве, то есть high definition. Да, причем, между прочим, как я вот сказал, а все без монтажа, если это касается радиоэфиров, присутствует на нашем канале, поэтому вы можете посмотреть, как мы тут за кадром, пока играет музыка, машем руками и судорожно что-то делаем. То есть, если забежит, например, в студию «Заяц», мы это вырезать не будем, вы увидите этого зайца, если он забежит. Залетит муха, например, в студию, вы будете... Мне, кстати, вспоминаются, ну, такие нарезочки, я видел там в свое время, наверняка ты, Аркаш, тоже видел, да, как девушка какая-то в какой-то студии, все это как бы пишется, да, на Ютубе, потом выложили в сеть, вот она там сидит на стуле, раскачивается, вот, там у нее уже эфир, да, выходить нужно, а она раз и вверх ногами с этого кресла диджейского, да, слетела и тут же не растерялась. Молодец, кстати. Девчонка подбежала и уже стоя такая, да, всем привет, это радио там, такое-то, такое-то. Вот это профессионализм. Да, это здорово. Вот, ну, мы тоже так можем, но сегодня это делать не будем, потому что у нас сегодня есть много чего вам музыкального показать и рассказать. В частности, первый блок от Аркадия Фрумина посвящен новой пластинке Евгения Любимцева. Почему-то говорю я то, что должен говорить Аркадий Фрумин, но, черт побери, мне это нравится, я еще немножко про Женю Любимцеву расскажу. Я мониторю всякие серьезные форумы, посвященные русскому шансону. Сам я мало участия принимаю в каких-то обсуждениях, но мне очень интересно, что люди пишут. Так вот, что касается Жени Любимцева, я могу сказать так, что отклик достаточно хороший. Ну, не могу сказать, что очень хороший, да, что все там восхищаются. Ах, ох, это же Евгений Любимцев, там ждем с нетерпением его нового альбома. Когда же, когда ты заглянешь к нам в какой-нибудь город, я не знаю, Сыктывкар или Абакан со своими концертами, да. Но, во всяком случае, людям, таким настоящим волчарам от шансона, ну, волчарам в плане ценителей, то есть через их уши тоже много шансона проходит, любители такого жанра, и по большей части все-таки, ну, такого с перчиком, да, с блатничком, вот, они к Евгению Любимцеву очень тепло относятся. Во всяком случае, отклик на его релизы очень хороший. Я думаю, что это всегда приятно музыканту узнать о себе, это подогревает его на новые какие-то подвиги, на новые музыкальные подвиги, читает пластинки, съемки. Ну что ж, я думаю, если Евгений не знал о том, что про него пишут на форумах, то теперь точно узнает, благодаря Андрею Левашову. Я даже не скрываю, самый удачный, я считаю, форум, на котором я уже много лет скрываюсь за личиной и не скажу кого. Вот. Но еще раз повторюсь, что я пишу мало, обсуждаю мало, как правило, это мои, так сказать, просьбы обновить тот или иной релиз. Вот. Ну или что-то там, по существу, может быть, да, добавить там от себя, внести какую-то коррективу, если я вижу какую-то явную там, ну, несправедливость, либо же какую-то явную ошибку. Вот. А форум таков «Русшансон.ру». Я думаю, один из самых популярных, да. Я, честно, форумы касательно
музыки, которой мы с тобой занимаемся, не мониторил. Но там постоянно движуха, постоянно что-то добавляется, какие-то новые песни, новые релизы, постоянные обсуждения, даже иной раз совершенно музыки не касающиеся. Но это там часто бывает на форумах. Тихо-мирно достаточно, то есть тихо-мирно. Там не идет никакой грызни, там, как правило, взрослые люди уже состоявшиеся, то есть нет таких малолеток, которые... Ну, и знаешь, аудитория у нас с тобой подобающая, которая... Ну, как правило, люди, которые слушают такую музыку, это люди постарше. Я скажу, очень сложно перед такой аудиторией заслужить какой бы то ни было авторитет. Вот, в плане того, что ты делаешь на музыкальном поприще. Вот Жене Любимцеву это удается. Поэтому честь и хвала. Честь и хвала, согласен. Что ж, наш первый блок потихонечку подходит к концу, и я хочу его закрыть треком под названием «Постой, паровоз». Наше такси неумолимо движется вперед, а паровоз пусть подождет. Вернемся к вам скоро. Колеса, кондуктора, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Постой, паровоз! Не стучите колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Паровоз, не стучите колеса, кондуктора, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. С вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Это правильно, уважаемые граждане и гражданочки. Ничего не случится в дороге с теми, кто слушает и смотрит ночное такси. Пока играла песня Евгения Любимцева, завершающая. Я даже не буду произносить название этой песни, потому что, ну какой смысл? Все ее впитали, что называется, с молоком матери. А вот и Евгений Любимцев отметился воспроизведением этой песни собственным голосом. Еще раз повторюсь. В Кейптаунском порту 10-я юбилейная пластинка исполнителя, местами и автора собственных произведений из Калининградской области. И собственного аранжировщика, я добавлю, он сам себе аранжировщик. Да, и еще и, наверное, сам себе фотограф, сам себе режиссер, сам себе садовник. Молодец, молодец, Женя, огромный тебе респектище, как говорят у нас в Санкт-Петербурге на улице Марата. Вот так выглядит.
выглядит пластинка. Я показываю тем, кто смотрит наш канал на Ютубе. Чем-то вот он формой своей, да, фуражкой морской. И Владимир Павлович мне напоминает Осмолова, тельняшка. И тот тоже... Я знаешь, кого вспомнил? Я вспомнил, что у нас вчера был ВДВ, праздник. Не, ну там тельняшки другие. Там бело-голубые. А тут какая? А тут бело-синяя, морская такая. Ну, в порту же, в Кейптаунском. Ну, я не служил, не знаю, но выглядит очень атмосферно. Кстати, пока наши слушатели смотрели, так сказать, то, что происходит в студии, потому что тот, кто слушает, тот этого ощутить не может, мы с Аркадием Александровичем произвели небольшую рокировочку. До сего момента он находился за рычагами управления, за диджейским пультом, теперь на вахту заступил я. Итак, друзья мои дорогие, подожди, я должен сделать маленькую оговорочку. Для тех, кто нас видит, дорогие друзья, я первый раз больше, чем за 2.5 года сижу на месте гостя, а не за режиссерским пультом, и мне максимально непривычно, поэтому я даже не знаю, как сесть. Ну, самое главное, если у тебя будет что сказать, ты не стесняйся, говори, поправляй меня, вклинивайся в мой монолог, потому что это зачастую засасывает, и сам понимаешь, общаясь не один, не раз в этой студии с Александром Фруминым, бессменным ведущим программы «Ночное такси» на протяжении 25 лет, в общем, не мне тебя учить. Вот, иногда бывает так, что человек говорит, а добавить что-то хочется от себя. Я максимально постараюсь, спасибо. Да. Итак, что будет во втором часе от меня, от Андрея Левашова? Я вам, уважаемые граждане, гражданочки, не скажу, зато скажу, что будет в часе, до конца которого осталось плюс-минус 25 минут. Дебютная пластиночка исполнителя, и я все-таки думаю, что автора собственных произведений, хотя, еще раз подчеркну, некий налет ностальгии вы обязательно испытаете, вот даже испытаете, может быть, прямо сейчас, как только зазвучит первая песня от него. Максим Апрель, автор-исполнитель из города Жуков, это у нас Калужская область. Вот, я больше чем уверен, что тот, кто слушает на протяжении нескольких лет радиоэфир «Ночного такси», в частности, и радио «Шансон 24» в целом, с произведениями этого молодого человека знаком. Но сегодня есть повод нам с ним не только познакомиться поближе, а и пообщаться посредством телефонной связи. То есть сейчас, пока будет звучать песня, я буду дозваниваться до Максима, и он сам расскажет все, что захочет о себе. А если не расскажет, то мы его с Аркадием заставим, потому что нас тупо больше. Мы возьмем количеством. Да, поэтому встречайте, дебютная пластинка от Максима Апреля. Я думаю, что он сам расскажет, как она называется, когда через несколько минут мы с ним созвонимся. Разбудит вот теперь весеннюю капель и заиграют вновь кузнечики на скрипках, и вновь запляшут снова краски акварель. И все девчонки в мини-юбках, как картинки, к одной из них я подойду и прошепчу: мадмуазель, вы так собой прелестны, приобниму и подарю букет цветов. А вот что дальше, мне тоже интересно. Вы на меня с улыбкой милою взглянете и мне ответите: какой же вы хитрец. А я ведь знала, что вы мимо не пройдете и мне закинете хоть парочку словец. Вы протянули руку мне, зовут Светлана, четвертый курс, студентка вуза ИАТ. Неподалеку здесь находится общага, и в ней живу я на пятом этаже. Я обомлел, сушит во рту, дыхание сперло. Расклада слов таких я даже и не ждал. Ну что ж, беру за руку, значит, масть поперла. Ведь я Апрель, известный хулиган. Мы прогуляемся по городу науки,
и в пруды Белкина, конечно же, зайдет. И пусть тебе сейчас завидуют подруги и слезы льют навязчивым дождем. Твердят, влюбленные часов не наблюдают, но солнце село, и давно пора домой. И вот общага, вот подъезд, и вот на поле твои подружки, как мы целуемся с тобой. Ты предложила мне зайти, и я остался. О, это сон, о нем мечтал я так давно. Я б этим сном и вечность наслаждался. И в окнах свет погас, и на душе тепло. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси в эфире, у микрофона Андрей Левашов. Напротив меня сидит, задумчиво уставившись на дисплей своего смартфона, Аркадий Фрумен, я которого спрашиваю, ничего не напоминает творчество Максима Апреля, никого не напоминает, что музыка навеяла? Ну, честно, я... Давай, как есть, руби правду матку, говори. Ну, мы только что послушали целые полчаса Евгения Любимцева, поэтому я с тобой соглашусь, это напоминает. Мне кажется, их надо... Они знакомы? Не знаешь? Вряд ли. Я думаю, надо познакомить, и они смогут сделать что-нибудь действительно прям... Ну, по крайней мере, им будет о чем поговорить. Нашим радиослушателям, что пока звучала песня в исполнении Максима Апреля, которая носила название «Студентка», мы пытались дозвониться. Но сегодня день какой-то, скажем так, в плане работы различных электронных устройств не очень хороший. Я сегодня полдня просто не мог принять на свою почту входящие письма. Да, уж не знаю, хакеры это какие-то американские, да? Да, или еще какие-нибудь засланные казачки поработали, пошуровали. Сейчас вот по телефону ничего не могу сделать, не могу дозвониться никак. Не дает сегодня мне день для выйти. Единиц и нулей не самый благоприятный. Мы, конечно, да, еще попытаемся, благо время есть, но тем не менее, да, не будем лукавить, скрывать правду матку, да, голосом и подачей, и, собственно, а сутью напоминает, конечно, Михаила Круга. Мало того, я скажу, проводил эксперимент. Я включал среди своих знакомых, которые, ну, в принципе, что знают про шансон Круга, они когда-то слышали, там, я не знаю, может быть, Бутырку, Вороваек, но не особо вдаваясь в подробности, и спрашивали, кто это, что это, говорили, это Михаил Круг. Я говорил, а нет, друзья, совершенно не Михаил Круг. Ну, вот лично мне, очень импонирует то, что делает Максим. Я, опять же, предвижу бурю каких-то швыряния тапок, может быть, или тапков, как правильно сказать? Тапки? Я думаю, швыряние тапок. Тапков, наверное. Давай, тапка. Обуви. Швыряние, все, что попадает в обувь. Домашние обуви, да, в свои звуковоспроизводящие устройства. Делайте, что нам тут за какую-то туфту втирают непонятно какие люди, непонятно вообще откуда взявшиеся в этом эфире, и что они нам тут преподносят за чистую монету. А нет, друзья, давайте-ка мы копнем немножечко поглубже, да. А помните, такая группа была знаменитая, наверное, не помните, а может быть, даже не знаете. Но если у кого-то пошире кругозор, который вмещает в себя и шансон, да, и рок, в том числе рок, так сказать, в таком глобальном масштабе, да, классику мирового рока, Led Zeppelin, да, угу, знаете? Конечно. Безусловно. Кто не знает Led Zeppelin? А группу Kingdom Come знаете такую? Уже поглубже. Я знаю. Вот. И когда образовался Kingdom Come, когда первые вот они несколько альбомов выпустили, ну, просто не давали ребятам согнуться, вообще разогнуться, кучу помоев выливали. А зачем они вообще нужны, откуда они появились? Нам и Led Zeppelin как бы был, и хорошо. А вот ребята лобают уже на протяжении 20 лет, штампуют свои альбомы и с ними
снискали себе армию поклонников. Кто-то считает, что наоборот, молодцы, вот они как бы продолжают традиции, несут вот эту вот, да, душу Led Zeppelin в себе. А вот, например, группа Кино, да, Виктор Цой, ну, конечно. Асхатош, да, и группа Виктор кому-то о чем-то говорит? Мне, например, говорит. Я очень тоже тепло отношусь к творчеству группы «Виктор». Вот. Они же ничего не такого криминального-то не делали. Да? Вот был в этой студии, вот сидел ровно там, где ты сейчас сидишь, Аркаш, Владимир Черняков. Я думаю, в авторитете Владимира Чернякова, как одного из корифеев современного шансона, никто не сомневается, да? Вот он говорил, например, такие слова. Ну вот проводится там фестиваль, ну примерно такие слова, поскольку давно дело было, я могу чуть-чуть ошибаться, да? Проводится фестиваль, ну вернее, если бы проводился фестиваль двойников Михаила Круга, да, то кто бы, так сказать, там выиграл первое место, да? По каким критериям судить? Вот как это делать? Потому что все бы пели, да, голосом Михаила Круга, песни Михаила Круга были бы похожи на Михаила Круга. Да, я без вот навскидку могу сказать, но не буду этого делать. Вот троих человек, да, которые по голосу очень похожи тембром своим, да, вот этим бархатным баритоном на Михаила Круга. И ничего, и нормально. Кое-кто даже ходят слухи, что вот на посмертных вот этих вот записях, да, Михаила Круга, которые там с Ириной Круг, да, вот это. По-моему, вот, какая-то сейчас конспирология пойдет. Голос. Вот. Кто-то вот как бы даже спел партии голосом Михаила Круга. Ну, это загадка. Это конспирология, дорогие друзья. Есть же там РЕН-ТВ, который 100% времени, да, уделяет там загадкам человечества. Мы тоже такой маленький РЕН-ТВ сейчас, так сказать. Пятиминутный. Вот, да, кое-кто, дескать, пел своим голосом. Это не Максим Апрель, абсолютно точно. Пел своим голосом, вот, и потом выдавая за Михаила Круга. Но это еще раз говорю, это такая легенда, это загадка. Вот хотите верьте, хотите не верьте, вы все равно не проверите, потому что это все осталось в глубокой тайне продюсеров, кто там продюсировал, и никто вам правда так или иначе не скажет. Вот, да и мы-то же вам правда не скажем, зачем, к чему это все. Так вот, к чему я это все говорю, к чему я это подвожу? У Максима Апреля, да, вот как и у Асхата Оша, как у группы Kingdom Come, есть своя линия, чему я, вот, безусловно, очень рад. Он, в принципе, я считаю, сделал свое. Музыка, да, похоже, перекликается, и это даже хорошо. Люди ностальгируют, людям не хватает Михаила Круга. Они, может быть, некоторые устали слушать старые записи, хотят какой-то глоток свежего воздуха, который, я считаю, безусловно, дал им Максим Апрель, появившись на небосклоне шансона. Ну, слушай, это очень сильная заявка. Ты должен это понимать, что когда ты говоришь людям, что это близко по духу и, может быть, даже в чем-то является глотком свежего воздуха для его фанатов, я думаю, что очень много кто тебе скажет, что ты не прав. А я и не призываю соглашаться со мной во всем. Я совершенно не стремлюсь быть истиной в последней инстанции. Наоборот, я призываю всех: выключайте свои радиоприемники, выключайте свои телевизоры, там, я не знаю, на чем вы нас смотрите, слушаете. Если вам это не нравится, но оставайтесь жить в том мире, в котором вы живете. Пусть как бы Михаил Круг, да, то энное количество произведений звучит у вас как бы всегда и везде и всюду. Вот я считаю, что Максим Апрель, он все-таки внес струю какую-то свежей воды. Вот он не переборщил, он эту палку не перегнул, он молодец. И он еще достаточно молодой, годами человек. Ну, это значит, что есть к чему стремиться. Всегда есть к чему стремиться. Я вижу, что это искренне, я вижу, что это как бы, ну, вложена душа в эти песни. Он, ну, не скажу, что там был участником тех событий, которые он воспевает, но и Михаил Круг... Ну, и Михаил Круг тоже не был. Не был участником тех событий, там, которые он поет, да, в песне «Кольчик, накали мне купола». Вот, продолжаем знакомиться с дебютной пластинкой Максима Апреля, которая носит название «Красавица». Продолжаем до него пытаться дозвониться и слушаем очередную песню с этого альбома. С детства раннего дружили, в салки мы играли во дворе. И влюбился я в глаза те голубые,
да твои волосы с бантом на голове. Помнишь, как по лужам босые бродили? Никому тебя в обиду не давал. Сизарей на чердаке из рук кормили. Первый раз тебя тогда поцеловал. Мы с тобою позабыли, как друг друга мы любили, как считали в парке каждый поцелуй. Занесло пургу и стежки, не найти теперь дорожку, на которой заблудились мы с тобой. Занесло пургу и стежки, не найти теперь дорожку, на которой заблудились мы с тобой. Время шло, я все гулял и дрался, зачитал судья мне первый приговор. От того, что часто в жизни оступался, покатился под откос восьмой вагон. У тебя все хорошо, и муж твой мусор, и ты за ним как за стеной. Ну что ж, давай, ведь это он меня закрыл. Я сейчас без шуток, ты от меня ему привет передавай. Мы с тобою позабыли, как друг друга мы любили, как считали в парке каждый поцелуй. Занесло пургу и стежки, не найти теперь дорожку, на которой заблудились мы с тобой. Занесло пургу и стежки, не найти теперь дорожку, на которой заблудились мы с тобой. Как друг друга мы любили, как считали в парке каждый поцелуй. Занесло пургу и стежки, не найти теперь дорожку, на которой заблудились мы с тобой. Занесло пургу и стежки, не найти теперь дорожку, на которой заблудились мы с тобой. С вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Будто первый раз. Капли по щеке тает. Этот белый снег все нас с тобой знает. Помнит он те дни, где с тобою был молод. Оттого в груди сердце так щемит. Я твои глаза прошлое рисовал ночью, и во снах летал, заберу с собой, хочешь. Бога я просил, небеса молил взглядом. И не верю я, ты сейчас со мной рядом. В темном зале нам рояль играет, пьяный вечер бродит за окном. Я тебе сказать хочу о главном. Тихим шепотом
тихим шепотом. Темный силуэт я во тьме ночной вижу. Он такой родной, подойди ко мне ближе. Протянув ладонь, слышу сбитый такт сердца. Только лишь тобой я могу спастись, согреться. Я в твоем плену трезвость потерял мыслей. Весь до нит промок, образ твой моя пристань. Аромат волос из флакона тех Прада. Просто помолчи, мне достаточно взгляда. В темном зале нам рояль играет. Пьяный вечер бродит за окном. Я тебе сказать хочу о главном тихим шепотом. Тихим шепотом. Рояль играет, пьяный вечер бродит за окном. Я тебе сказать хочу о главном тихим шепотом. Тихим шепотом. Это Максим Апреля, его дебют в программе «Ночное такси» на интернет-волне радио «Шансон 24», на FM-волне радио «Русский Берлин» и на канале YouTube в рамках программы «Ночное такси». Завершаем знакомство с дебютным альбомом этого автора-исполнителя из города Жуков Калужской области, который носит название «Красавец». И очень сильная, конечно, ностальгия по тому человеку, который, в общем-то, однозначно не сказал своего последнего слова в жанре, ушел от нас уже, в принципе, достаточно большое количество лет, но фестивали в его память проводятся на берегах Волги ежегодно, и вот, к чести сказать, для меня лично, вот, что тот фестиваль, который прошел в окрестностях Твери совсем недавно, вел человек, которого вы тоже очень хорошо знаете по нашим эфирам, мой кум, радиоведущий с огромным стажем, Николай Орловский. Вот. А другой радиоведущий, стаж которого чуть меньше, чем у Николая Орловского, Аркадий Фрумин, сейчас находится в этой студии. В общем-то, кто кому помогает, я на самом деле не знаю, потому что, признаться, оседлал своего, так сказать, боевого конька, то есть диджейский пульт, начинаю входить во вкус. И ему сейчас нелегко будет меня от этого пульта отодвинуть. Но вот. В любом случае придется это сделать, потому что наш первый я так час больше подходит к концу. Да, жаль, что не смогли мы все-таки дозвониться. Но вот зрители Ютуба видели, как за кадром я с помощью мобильной связи общался с Максимом.
треком, который ждал. Но я думаю, выхода в эфир, разумеется. Я думаю, что его посещение этой студии лично обязательно состоится. Благо, договоренность такая имеется. Как только Максим будет в Питере, он обязательно порог этой студии переступит и что-нибудь сам о себе расскажет. Во всяком случае, человек очень импозантной внешности. Будем так говорить, киношной внешности. Вот. Ему бы в фильмах сниматься, не только песни петь. Я думаю, и до этого дойдет. В любом случае, мне кажется, что лучшее у Максима Апреля впереди. Вот. Равно как и всенародное признание, как и произошло с Михаилом Кругом. Но только вот до финальной развязки дела ни в коем случае не дойдет. Вот. И таким образом финалочку ставим в моем первом блоке. Это дуэт, между прочим, будет дуэт, знаешь, Аркаш, с кем? Ну-ка, удиви. Со Светланой Терновой, которая с Михаилом Кругом самый известный дуэт спела, в частности, «Давай поговорим». Ничего помнишь? Себе, да. Мне не терпится послушать. То есть они со Светланой Терновой в хороших отношениях, даже гастролируют вместе. Вот, это Максим Апрель и его дебютный альбом под названием «Красавица». Твой взгляд печальный, нежный, и глаз.
глаза в глаза. Боль от звуки неизбежны, по щеке слеза. Ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий, на дорогах трехцветных огней, позабудьте дневные тревоги, если с вами ночное такси. Ничего не случится в дороге, если с вами ночное такси. Ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым.